Сегодня мы рассматриваем с вами, как вы уже поняли из названия, это подтяжки. Сейчас я вам покажу материал, сейчас я вам все покажу. Вес, естественно, всякие характеристики я вам не буду показывать. Единственное, что я могу сказать, что они проданы мне были через Валберис. Давайте мы посмотрим на структуру, что они из себя представляют. И я думаю, что на мой рост они подойдут. Итак, ребят, примерно выглядит вот так. Вот такие у них металлические штуковины. Открываешь, цепляешь вот так как-то и закрываешь. И таких 4 штуки. Соответственно, здесь резинки достаточно такие. Ну, понятно, что со временем они разойдутся, но все-таки материал смотрится так достаточно качественно. Насколько я понимаю, это российский производитель. Здесь вот такие, конечно, кожзам. Есть немножечко ниточек здесь, но это, наверное, мелочь. Давайте сейчас я одену и покажу, как это будет выглядеть. Еще одну небольшую секунду. Итак, ребят, я не знаю, как это делается. Ну, то есть, я когда-то в армии, у меня были подтяжки. Прошло много лет. И сейчас я попробую сделать вместе с вами. И заодно вы посмотрите, насколько быстро я это сделаю. Если, конечно, у меня все получится хорошо. Естественно, потом я повернусь, вам покажу, как оно все выглядит. Оп. Да, этот товар можно сдать, если вам не подходит то, как, допустим, он крепится там и все такое. Так, ну а теперь пошли мы в эту сторону. Здесь есть специальные вот такие вот лямки. Ну, как на рюкзаках, как на ваших сумках. И мне нужно побольше, наверное, под конец, потому что у меня рост... Некоторым это будет необходимо знать. У меня рост 187 сантиметров. И живот у меня не сильно большой, но он у меня есть, грубо говоря. И здесь можно цеплять как за ремень, так и за сами штаны. В частности, я сейчас цепляю за штаны, хочу зацепить. Если у вас получится быстрее, хорошо. Надеюсь, я не разобью ничего, если у меня отстрельнет. Так, ребят, пока у меня все держится. Первый раз левая немножечко не удержалась. У меня рост 187. Эти штуки рассчитаны на 190, как пишется там, для комфортного ношения. Итак, ребят, вот так вот это выглядит. Пока страшно. Потому что везде стекла, не дай бог, разобью. Так, ну и что у нас получается? Давайте смотреть. Я бы, может быть, что-нибудь поправил, но, конечно, потом уже поправлю. Да, действительно, просто зачем мне вообще вот эти вот лямки? Забыл, как они называются даже. Подтяжки. Для чего? Потому что у меня две большие сумки, документы там, ключи и все такое. И не очень хорошо справляется сам ремень с этим. Тем более он тоже резиновый, тянется хорошо. И когда он тянется, штаны немножко спадают, смотрится это не очень камильфо. Ну, я не знаю, хорошо вам смотрится или нет, видно. Я могу, в принципе, одеть какую-то белую футболку, если я найду. Ну, давайте попробуем, хотя времени уже не так много осталось. Ну, в общем, вот, ребят, все выглядит вот таким вот образом. Надеваю первую лямку и, собственно говоря, надеваю вторую лямку. Выглядит это вот так. Так, значительно, конечно, виднее. Цена на эту штуку 337 рублей на Валберис, кто захочет. Да, я прям чувствую, что они прям тянут штаны наверх, и это круто. И это здесь еще есть небольшой запас, ребят. Я думаю, на этом все. Спасибо, пишите комментарии, если что. Увидимся, пока.